У них даже на многих программах задаются, что почему казахи крутые такие? Как вы считаете, почему? Ну, наверное, это пришло время. Пришло время. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case of which I'm sorry. В нынешнем году новая волна вновь пройдет в Сочи. Даты конкурса с 19 по 25 августа. Казахстан на международном вокальном конкурсе. Новая волна представит группа Мэтца. Мэтца – первая вокальная группа в Казахстане, работающая в направлении классического кроссовера, музыкального стиля, представляющего собой синтез элементов классической и популярной музыки. Группа основана в 2011 году. В составе: Жасуллан Сыдыков, Жанибек Сейдахметов, Асан Нурбергенов, Эмирхан Жумтурганов. Популярность коллектив получил в 2012 году, заняв второе место в конкурсе X-Factor Казахстан. В полуфинале конкурса, который проходил в Москве, участвовали более 70 человек, представляющих самые разные страны: Казахстан, Россию, Беларусь, США, Армению, Абхазию, Албанию, Литву, Латвию, Сербию и так далее. Из них в финал конкурса пробились 20 артистов, в том числе и группа Мэтца из Казахстана. Друзья, это случилось. Мы прошли в финал конкурса «Новая волна». Спасибо вам за поддержку и веру в нас. До сих пор не верится. Приглашаем всех в Сочи с нами. Мы счастливы, говорится в сообщении на официальной инстаграм-странице группы. Мы с ребятами очень долго шли к этому. Это наша третья попытка, и она оказалась счастливой. Это невероятно волнительно и радостно для нас. Мы так давно мечтали представлять Казахстан на таком престижном, международном конкурсе. Мы абсолютно к этому готовы. У нашего коллектива есть все, чтобы достойно выступить в Сочи. Болейте за нас, поделился продюсер группы Абдель Мухтаров. В первый раз мы попробовали в 2012 году. Тогда шел телепроект X-Factor. Мы, непосредственно на нем участвуя, в перерыве между двумя субботами полетели в Москву. Ну просто, а почему нет? Сразу же не прошли полуфинал. И вернулись обратно на следующий день. Просто попробовали. То есть мы даже эту попытку можем не считать за попытку, потому что это было так, знаете, на таком кураже просто. А поехали? А давайте поехали. Попробуем. Да. Поехали. Все, да. Не получилось? Ну, окей. Вернулись обратно. Вот. Второй раз мы уже поехали в 17 году. Уже более обдуманно, осознанно. Подготовились мы. Мы уже знали, что будем петь, как будем петь. Если будет какой-то форс-мажор, что-то другое спеть. Мы прошли полуфинал, и на второй день уже мы не прошли. То есть в этот раз мы побывали в Москве 2 дня. Организаторы конкурса в этот раз перед группой поставили серьезную задачу. Сами организаторы после того, как уже выбрали финалистов, подходили, смотрели на глаз и на нас остановились, так сказали: так, вам всем худеть. На этот раз он сказал еще очень много парней, что придется поработать стилистом очень сильно, трудоемко. Просто прозвучало смешно, когда первый комментарий жюри был, когда мы прошли, они сразу сказали, господин Резин сказал сразу: казахи худеть. Тебе сказали не бриться? Мне сказали еще не бриться, я не представляю, как. То есть это все выглядит. До августа, не да, бриться, да. Не стричься. Я не знаю, как это будет выглядеть. Просто волосы пусть растут, и все сказали.
Для нас огромная честь, что стилистом нашей группы к конкурсу «Новая волна» выступила сама Лилия Рах. Мы в полном восторге от ее харизмы, энергии, желания творить и создавать красоту. Потрясающая женщина, необыкновенный профессионал, лучшая в своем деле, она закружила нас, и мы зарядились на все 100%. За эти несколько дней мы очень сдружились и чувствуем ее поддержку во всем. Большое спасибо вам, Лилия Робертовна. На волне нужно не только круто петь, но и выглядеть. Музыка и мода шагают вместе. Мы готовы. Вперед, Казахстан! В свою очередь, Лилия Рах ответила, что с большим удовольствием работает стилистом группы Мэтца перед выступлением на конкурсе «Новая волна». Димаш Кудайберген вошел в состав жюри международного конкурса. Как сообщает Оргкомитет, Димаш Кудайберген будет участвовать в концерте в честь открытия «Новой волны» 2021 и в концерте членов жюри. В третий день конкурса выступит в концерте премьер, а также на концерте в честь закрытия «Новой волны». До успеха в Китае и после. Мы знали его еще очень давно. Узнаем, то есть, думаю. Вы знаете, у нас же сильно перекликается наш жанр. Да. И если нас зовут на какое-то мероприятие среди там слушателей, в любом случае, ну, больше половины это будут фанаты Димаша. Угу. И так уж получалось, что мы с ним встречались на одних площадках. Да. Гораздо чаще, чем, скажем, с Хайратом Нуртазовым. Гораздо чаще. В завершение, какие еще у вас планы на будущее, помимо «Новой волны»? Что-то прогнозируете, что-то еще хотите? Мы надеемся. У нас планы есть. Пока есть, просто мы пока не будем. «Новая волна». Потому что уже мы скоп. Сейчас в первую очередь нам надо подобрать репертуар подходящий, песни. Минимум, да, минимум 15 песен. Знаете, нелегкий труд нам надо, чтобы и нам подошел по стилю, и чтобы понравилось там организаторам. Это тоже вот. Ну, это все рутина. Ну, после этого, конечно, это все делается. Мы подберем песни. Ближайший план, да. Да. Но планы у нас большие сейчас. То есть это «Новая волна». Она не зря так называется. «Волна». Для нас это будет реально второе пришествие группы Мэтца. Это волна, которую мы должны оседлать, и в этот раз ее как бы использовать по максимуму. Не как вот в 2012 году, когда ушел Мейер. Поэтому планов много, мы их не будем пока озвучивать, потому что пока что это все приблизительные планы, но они грандиозные. И я немножко намекнул о них, сказав про азиатское льдиво. Ну вот в этом направлении мы будем двигаться. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.